Корнелис Лилиенберг, близкий Калсту мастер картин битой дичи. Родился в Гааге в 1626 году, после 1676 года скончался, пробовавший свои силы также и в завтраках, о чем говорят его одноименные полотна из музея западного и восточного искусства в Одессе и галереи Мюлленмастера в Золингене. Очень тонкие лессировочные слои, нежные светотеневые переходы, верно подмеченные рефлексы, пятна света, выделяющие отдельные предметы и направляющие внимание зрителя. Все эти особенности живописного почерка одесской и золингенской постановок характерны для его охотничьих натюрмортов. Типичными примерами подобных работ являются «Битая дичь» 1654 года, Филадельфия, Музей искусств, 1654 года, ранее в Дрездене, картинная галерея. Картина погибла во время Второй мировой войны. Аугсбург, картинная галерея. Натюрморт с битыми голубями и зайцем. 1656 год, Прага, национальная галерея. Петух и другая битая птица, Мюнхен, старая пинакотека. Битая домашняя птица, Веймар, государственные художественные собрания, дворец-музей. И два одноименных натюрморта «Битая птица» оба в Санкт-Петербурге. Один из них датирован 1672 годом в Государственном Эрмитаже. Как и Филиппс Ангел, художник не пытается идеализировать увиденное. Это чувствуется, если взглянуть и на старую каменную доску стола с большими сколами по кромке в пражской картине и на небрежно разбросанных в эрмитажном полотне мертвых птичек, соседствующих с беспорядочно вздымающимися складками материи, связанной узлом, в который была принесена дичь. Позднее Лилиенберг затрагивает и тему декоративного охотничьего натюрморта, как это видно по его «Битой птице» 1672 года, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж, или даже берется отобразить более радостный мотив, прогуливающийся на фоне зелени диковинную птицу выпь. Амстердам, собрание Ветцлера.
Thank you.